Мордовия. Колония для иностранцев. Сменив тюремную робу на футбольную майку, заключенный из Ливана Адам торопится на тренировку. Белорвитом, сборный африканцев и международный. Все мир, 54 страна вокруг. И сейчас посмотрим, что будет. Но надеюсь, наши земляки будут выиграть. Вот мы здесь пришли. Сегодня он на футбольном поле главный, судья матча. И пусть встреча не протокольная, Адам ревностно следит за соблюдением правил. Судейский свисток дует, что есть мочи. Кона, подожди! Все мира, Вьетнам, Китай, на один сторону Монгол, Америка, Южная Корея, там, на один сторону, а другую сторону стоит Гана, как я. По российским тюрьмам Адам путешествует 13 лет. Трижды был судим. Каждый раз за транспортировку наркотиков. Я хочу быть или богатым, или трудным, или смертным. So, это мой выбор, каждый день. Я не могу каждый день проснуться с утра и надо пойти на работу. И до когда я получу пенсию. И всегда надо думать о обувь, которую я хочу купить. И буду капать деньги, до когда это деньги не могу тратить. Богатым Адам так и не стал. А вот словарный запас отечественным тюремным лексиконом пополнил. Вот моя шконка. Шконка? Да, шконка. Почему шконка? Что такое шконка? Кровать по-другому. Кровать? Но это вы здесь научились? Да, шконка. В российских тюрьмах ливанец освоил еще одну науку – заправлять постель по линейке. Но качественный турмар по-разному. И здесь так мы научили, как исправить. Этому заключенному есть чем сравнивать. Адам сидел в тюрьмах Ливана и Ливии. Да, в России она, я считаю, один из самых хороших тюрьма в мире. Потому что другие тюрьмы бывают драка. Там, и здесь научились с самого начала, руки поняли нельзя. Жестко наказывает, когда человек понимает руки. Нарушение дисциплины в российской колонии строго наказывается. Одно замечание и прощай, надежда на условно-досрочное освобождение. Так что если есть желание поиграть мускулами, лучше welcome на спортплощадку или к шахматному столу, please. Кто что любит. Если честно, я люблю... С этими желаниями Адама в мордовской колонии тоже проблематично. А вот уголек побросать – это пожалуйста. 6 лет я работаю в Ипатигарка. И здесь, конечно. И уголь кидаю. Нормально, хорошо спас. После физических упражнений ливанца потянуло на философские размышления. О себе, о жизни, о колонии. Я тоже есть где-то, я недовольный, но я недовольный о себе. Кто виноват? Я виноват. Что я видел, первый надо обвинять себя.